Мыльная мочалка. Мыльная мочалка представляет. Клава, это акробатический номер для тебя. Вставай, дядь! О, пошел акробатический номер. Вставай, дядя. Опа. Смотрите трюк. Давай. Давай, мужик, давай. Клаванка такой, давай. Давай. Сколько он выпил? Макс, хватит так визжать. Это я визжал. И знаешь, местный алкаш наблюдал за этим. Пацаны, ну вот, бросите. Сэнч, покажи, блядь, кто, блядь, из этой конфы, блядь, должен показать пустуху пресечную, блядь. Ломака, ну встань, слышь. Аж страшно стало. Отдай! Моё! Макса такое лицо, как да пиздец, да-да-да-да-да-да, сейчас. Игрушку забрали. Я погоню. Блядь, до слёз опять, твою кожу. Давайте, каждый должен описать свою одежду, прям сейчас. У меня один глаз прокатит. Да, один левый, блядь. Вот там, поцелуй меня. В общем... Не в ту сторону! Да, пацаны, вы понимаете, что вы пропустили вообще, если вас не было на моем дне рождения? Вы просто, блядь, такой, 5 часов хуйни полный, вообще, что происходило, это пиздец. Я ждал очень сильно, пока кто-нибудь возьмется нарезать реально рофильные моменты, блядь, прям за 5 часов. Я говорю, самое пиздатое, то, что мы бухали вот в тот вечер, половину никто не помнит, но потом мы еще несколько недель сидим, пересматриваем эти моменты, и все по пазлам разлагаем. Раскладываем. Всем привет, с вами Наташа, и я расскажу, как правильно заваривать черный чай. Это на примере моего любимого чая, черного, маквудовского. Сейчас мы его пробовали, когда были в шоу. Его пьем, любим, сейчас заказываем из Англии. Томас, это пиздец. Ребята, одну секунду, не отключайте нас, мы пойдем с Максом покурим немножечко. Хорошо. Я не курю с Максом. Я этого не помню. Сейчас в тайминг включу. Россия! Россия! Вот на это лицо надо. Если мне хочется какать, это с чем связано? Погоди, погоди, погоди. Погоди, что? Это с чем связано? Иди покакай, блядь. Иди покажи. Спасибо. Очень клевая речь. Следующим у нас выступает Неля. Синхронно с ним. Я даже не видел это. Макс, как мило, Макс. Это смешно, потому что это мило очень, алё. Макс, таких как она одна, держись за неё. Спасибо, брат. Спасибо, спасибо. Брат, но помни, лучше нет влагалища, чем очко товарища. Согласен. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже, брат. Запомни. Запомнил, спасибо, блядь. И ещё запомни. Так. Тёлок вокруг много, а ты у мамы один такой красавчик, понял? Хорошо. Всё, давай, пошли дальше. Закурим, посидим с тобою, посидим, братан, ва-ван, музыкалян. Смотрите, Джонни Шрека, похож, который превратился в мужика, блядь. И мы с тобой.
типа красивый человек. О, вот этот боком. Дядь, ты в видосе это говорил тоже на этом моменте, по-моему. Не, не помню. Батя Шрек. Тебя как он переселился так и туда, и сюда? Он там с Лидой сидел. С днем рождения, братишкин. Ты любишь мужские шишки. А где Рофил? Как дела, Лика, братан? Отошел ли ты от того дня, когда ты нахуярился на даче у меня? Понимаю, насколько жизнь прекрасна, люблю тебя как самого честного открытого стримера Твича 22-летним мартышкин. Спасибо большое, дядь, спасибо. Пиздец охуенно. А есть вторая часть? Это не все самое смешное, блядь. А Лизовский что сделал? Вы смотрели? Да, вроде. Да, да, это поздравление, да, да, поздравление. А, это 21. А, это вообще не то, это хуйня. Это не поздравление. Лизовский только поздравление сделал. А вот еще какая-то хуйня. И вообще, это день рождения. Короче, Вова. Ой, бой! Короче, с днем рождения, все. Спасибо, спасибо. Он как этот кот из мема, блядь. Слезь! Спасибо, Джой, спасибо, спасибо. Вообще не... Вообще, вот скажешь цель, мы ее съедим. А Макса и Лиду можно? Макса и Лиду. А Макса и Лиду! Горько! Ой, бой! В любом случае... Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Ну алло, а где Рофл? Как дела у тебя? Отошел. Да ладно, пение. Сами я понял, что вы искренний и добрый человек, и я вас люблю со всем, всем сердцем. Бля, Жожа, честно, я б тебя обнял сейчас, если б мог, понимаешь? Ой, блядь, ебать, конечно, в пейнте переходы конкретные. Ой, боже, какой пиздец. Блядь, вторую часть жаль не сделали, да. Там еще момент был. Бля, я не помню какой. Но какой-то был.